И hello всем, с вами я, Ред Фостер, и сегодня я вам покажу, как сделать префиксы в вашем голосе. Поэтому, поехали! Так, как мы перекинем нашу модель, у нас будет теперь в Workspace вот такой вот скрипт, chat text script. А мы его должны перекинуть в сервер скрипт сервис. Давайте же откроем его. Вот, смотрите, это будет префикс тот человек, который является членом нашей группы, который типа создавал этот режим. А здесь мы должны ввести сам ID группы. Вот здесь у нас должен быть создатель. Если вы хотите себе сделать префикс, вводите сюда свой ID-шник. И в общем-то вот, здесь можно поменять название префикса. Вот, например, YouTuber. Также тут можно и поменять цвет. Вот, например, хотим поставить какой-нибудь любой другой цвет. Вот пусть у нас будет имя вот такой вот цветом. А вот само чат... То, что мы напишем, пусть будет у нас красного. Итак, давайте посмотрим. Давайте еще поменяем цвет того, цвет надписи создатель, владелец. Поэтому давайте овна. Так, посмотрим, что у нас сейчас получилось. Заходим. У нас наш плейс с этим скриптом. И вот, напишем какую-нибудь. Подпишись на мой канал. Кстати, подписывайтесь, да? Вот, у нас вот красное, как мы выбирали. Имя у нас такое вот бирюзовое. И ютубер написано вот таким вот цветом желтеньким. В принципе, все. А с вами был Фрейз. Всем удачи! И всем пока, смотрите модель в ссылке в описании, я ее там оставлю. И все. Всем пока.